Кстати, а не надо больше на пробел жать на этом самолете? Да, один раз нажал и все, я заметил. Да. Но тут... О, а, все, тут есть что-то, раз, тут, тут точно есть что-то. А, нет, нет, не улетай! Я улечу вниз, чувак. Чувак, я приземляюсь прямо на камень, ты представляешь? Всем утюг, с вами Глюк, друзьяшки. Вы не поверите, где мы находимся. Привет всем, ребята. И мы находимся в Trailmakers. Это игрушка, которая еще даже не вышла официально. Мы ее уже снимаем. Мы как VIP-лиц получили ключики. И вот сейчас будем здесь угорать. Да, чувак, только ролик выйдет тогда, когда она уже выйдет. Ну, не важно, зато записываем, когда вот это уже... Да, когда она только не вышла, да? В общем, друзья, сегодня мы попробуем вам показать постройки, которые нам предоставили разработчики. То есть, а в принципе, тачки будем строить уже потом. А сейчас просто побалдеем, посмотрим на повреждения, какие здесь бывают. И, в общем-то, какие тачки тоже можно построить. Я, все именно так. Игрушка... Друзья, это что у нас, баскетбол или что это такое вообще? А, я не знаю, это мячик? Ну, можно мячик. Поиграть. Можно покидать какой-нибудь, не знаю, кто-нибудь... Давай попробуем вот туда его, смотри, это типа вот поле подсвечивается. Давай в другую сторону кидай его. Там вот видишь, лучи какие-то. Надо себе точно такую тачку, как у тебя, заспаунить. Игрушка чем-то похожа на Scrap Mechanic, чем-то похожа на Kerbal Space Program. Короче, такой строитель. На Big Rig чем-то похожа. Похожа на Crossout. В общем, а еще больше, наверное, похожа на Terratech. Terratech. В нее не играл, не знаю даже. Может быть, мы, кстати, в нее как-нибудь поиграем. Мы еще подумаем. Да. Подожди, что-то она у меня очень дерзкая такая тачка. Тут сколько двигателей стоит, интересно. Во, есть, смотри, я тащу мяч. Отойди, братюзя. Какой отойди? Ты ж гребаный дебил, это же я забил. О, я получил, я простую лестницу получил. Простая лестница, это что значит? Мы получили, тут же блоки можно в награды получать. То есть не только в этот, не только в синглплеере, но и вот так вот. Ребятки, вы посмотрите, как мы спавним тачку. Все очень просто. На Б нажимаем, спавним ее, Б убираем. Ты что творишь, маньяк? Спавн, не на мне же, не на мне. Это не твоя мать. Сейчас мы тебя спасем, подожди. Опа. Отходи. Машина падает, отлично. И что у тебя за пропеллеры там? Вообще, они, короче, поворачивают. Они, блин, прикольная тема. То есть повороты сделаны при помощи боковых пропеллеров. Короче, я поставил себе реактивные двигатели. Да. Хочешь ладно. Посмотреть на это? Нет. Я знаю, что у тебя сейчас будет. У тебя просто она будет сейчас улетать куда-нибудь. А, блин, я разбился просто об землю. Колесо, стой. Колесо поехало само. Что за дракование? Охереть, ты улетел сейчас вообще просто. Так, ну-ка я попробую прыгнуть на трамплине, чувак. У-ху! Я вижу тебя. Я сейчас... Ой, господи. Я сейчас тоже на трамплинчик, давай. Да, что самое мне больше нравится, здесь есть хоть какие-то повреждения, нежели в скрап-механике, да? Есть, слушай, я перепрыгнул через этот трамплин, на который ты вот сигал только что. Да ладно. Да, я его перепрыгнул. Так, R нажимаем, смотрите, как мы восстанавливаемся, прикольно. Так, окей, давай покажем, какие вообще машины нам разработчики подогнали здесь. Так, окей. Ну вот это, походу, Бэтмобиль, судя по всему. Офигенская, в принципе, тачечка, хотя она очень жирная, если ее облегчить, будет гораздо круче. Я не знаю, я беру, короче, сейчас вот такую машину. Это просто какая-то жуткая тачка. А ты, по-моему, на ней уже гонял, нет? Вертолет какой-то. Не, на вертолет я еще не смотрел. А там есть второе место, не? Я лечу, а как стрелять, братюня? Я не знаю. Блин, а как лететь вообще? Подожди, пробел он вверх. А как летать-то? Это не посадили за вертолет. Я просто взорвался, братан, я просто упал. Блин, жутко. Воу. Вау! Ты на вертолете? Да! Я на вертолете. Разбирайся, как на нем летать-то? Я что-то не понял. Ну, я вроде разобрался. И чё, как? Ну, пробел-то вращает эти лопасти, а да. ВАСД это направление. Ну, да там ладно. Им нельзя постоянно, как бы, на пробел жать. То есть периодически нужно. Ну да, 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 я все понял тоже. Включил, а как стрелять? Подлетел. А тут есть пушки? Ну вон пушки стоят, конечно. Слушай, я не знаю, как стрелять. Пулеметы стоят. Не работает, блин! Надо, нет. Короче, посмотреть настройки. Мне кажется, там что-то есть у нас. Так, ау. Окей, полетели дальше. Погоди, полетели, я сломался. Во, я вижу что-то там на горизонте. Чекпоинт стоит. Смотри, давай чекпоинт возьмем. Подожди, чуть-чуть. Я думаю, знаешь что? Может быть, нам еще одну кабину как-нибудь зафигачить, чтобы мы вдвоем могли летать. На вертолет? Да.
Мне что-то кажется, не вариант сейчас с двумя кабинами на вертолете на этом летать, потому что он очень слабенький. Да, забей, давай новую тачку посмотрим. Смотри, вот такая у меня есть. А что с реактивными двигателями. Ты смотри, раз, два, три. Готов, братан? Яху! Там же трамплин! Господи, так оно это летит! Смотри. Это не летит! Господи, он как самолет летит! Ты посмотри, какая красотища здесь! Друзья, блин, я тоже хочу. Какая графика! Охренеть! Я тоже так хочу! Чё, братан, чё за тачка я лечу, такая? Посмотри как! Так, ну как тут еще повернуть? Как Господи, я прям над камнями лечу! Давай, братан! Все, летун космический, твою мать! Я лечу, Господи. Я лечу, все хорошо. Давай, давай, давай. Давай. О, здорово, я тебя вижу. Да не, мы не попадем, мы слишком маленькие. Вот если бы сделать побольше, раза в 3-5. Господи, я бочку сделал, братан, сейчас в гору врежусь. Да, бам, красиво. Молодец, молодец. Правильно, Энтони, заходит в игру, ломать все. Да, ломать все, конечно. Так, полетели дальше. О, господи. Бэкспейс, кстати, удобная тема, что мы восстанавливаем сразу на транспорте. Я хочу, знаешь что? Я хочу поискать еще, может быть, здесь какие-то блоки есть. А, кстати, может быть, да. Можем пооткрывать их, чтобы в одиночке они тоже появлялись. А где ты, кстати? А, вон. Я вверх прям полетел куда-то. Пойдем вон на самый-самый верх. Да, я прям лечу, да, на самый верх. Прям на камень на какой-то. Да-да-да-да. Господи, а как приземлиться теперь? Офигенный тут видосик. Кстати, а не надо больше на пробел жать на этом самолете. Да, один раз нажал и все, я заметил. Да. Но тут, о, а, все, тут есть что-то, он... тут точно есть что-то. А, нет, нет, не улетай! Я улечу вниз, чувак. Чувак, я приземляюсь прямо на камень, ты представляешь? Прям на камень приземлился. А я разбился. Офигеть, сломано, нажми Т, чтобы отремонтировать. Чувак, я прям на ком-то... камни большом. Блин, там, короче, там деталь, на самом высоком камне находится какая-то деталь. Я да хочу ладно. Посмотреть, да, я хочу посмотреть, что там за деталь, давай туда. Блин, ну я вот почти на самом высоком. Ты на соседний, да, сел, да. А там на этом, прям на самом высоком. Да ладно, все, бегу, бегу. Путешественники. Там еще как бы надо еще приземлиться как-то, потому что... А я сейчас вертолет возьму и приземлюсь туда. Воу-воу-воу. Не, я на самолете сел. Красота. Красава. Я талант, я сумель. Так, что за деталь, что за деталь, что за деталь? Тут что-то закругленный воздухозаборный. Братан, я лечу к тебе. О, вижу, вижу тебя. Это штука, короче, воздухозаборный, который на тачке обычно ставится, знаешь, на капот. Да ладно. Да, это он. А, я упаду сейчас. Господи, как посадить эту херовину? Все, сел. Сел, ага, сел. Ты чуть не взорвался, сел он. Не-не-не. Так, закругленный воздухозаборник. Взял его. Блин, я опять заспавнился там. Разблокировано. Отлично. Блин, друзья, ну мы, в общем-то, с вами путешественники конкретные и с глюком, да? Надо еще поискать детали всякие. Вот там, смотри, там я вижу какое-то внизу футбольное поле. Вот давай туда, там наверняка нам дадут, если мы там что-нибудь сделаем, типа. Ага, нам понял, дадут. Кэп понял. Вот, смотри, чекпоинт сажусь, еще сажусь, можно взять. Сажусь, твою мать, приземлился в ворота. Ворота? Футболист, мать его. Глюк сегодня в качестве мяча приземляется. Ой-ой-ой, что-то я врезался нечаянно. Господи, ой, блин! Господи. Ой, там детальки прилетели. Блин, ого, смотри, что можно. Что это? Летать, что ли? Нажимаешь пробел, такой вау! Господи, боже мой! Летающие пацанята! Ну-ка я сам в ворота залечу, гол будет считаться? Дед, ты не похож на мячик. Надо быть более круглым. Нужно отожраться. Так, а ну-ка, если я бегом вот так забью. 5 есть? Да, есть. И все, и мяч появляется, смотри. Ну прикольно сделали, да? Да-да. То есть баскетбол, футбол есть у нас. Давай подожди, то есть ты так мячик забил, то есть получается? Да, я так бегом забиваю и все. А его нельзя как-нибудь там отболить, не? Кинуть, долбануть. Я Криштиану Роналду, епси. Да, прям один в один отвечаю. Да. Он точно так же выглядит. Ну да, почти. Это, наверное, его и делали в этой игре. Да. Куда мы катим вообще этот мячик? Я пытаюсь в ворота, но это сложно, это долго, это сложно. Не, это, кстати, да, это не так легко, так как кажется. Если бы он еще как-то его пинал, было бы, конечно, покруче.
Господи, уйди, не мешай отсюда. Нет, твои ворота защищать любой ценой. Да, ну такая реально прикольная игрушка. Мне очень она прикалывает. Я не знаю, что будет дальше, конечно, в этой игре, но пока... Пойдем посмотрим еще, что здесь есть. Погнали, потому что, ну, футбол что-то заколебал. Заколебал футбол. Так, пойди. Опа. Сейчас мы возьмем самолет, вот, наверное. В принципе, ничего так. Если бы, наверное, может быть, машинки бы нормальные, подходящие для этого. Так, вот. Ну да, то есть здесь надо делать какие-то тачки, чтобы они реально прям управлялись нормально. Господи, а я не взлечу здесь на этом самолете, по-моему. Сейчас посмотрим, а я взлечу. Есть! Я взлетел, прям по горе проехал. Так, о, вижу еще одну деталь. Летим! О, полетели, братишка! Полетели! Вон футбольное поле, давай просто полетаем, посмотрим, что здесь еще есть интересно. Смотри, вот трубы какие-то, что это за трубы вообще? Ну вот сейчас мы в трубу и полетим. Сейчас посмотрим. Видишь, их много здесь труб, и как бы получается трасса какая-то, то есть здесь на перегонки можно гонять. А можно! А нет, есть, смотри, вылет даже. Круто! Мы что-то отломали. Да, по-любому, да. Хрустнуло чутажно. Так, а что вот еще у нас есть? Куда летим? Куда летим еще? Да, тут получается трасса, ты понял, да? То есть здесь можно прям гонять и гонки устраивать на разных построечках. Ну, тут... Это прям трасса получается. Тут местами, скорее, я бы сказал, трасса. То есть не целая вся эта трасса. А мне кажется, она вся взаимодействована между собой. Мячик здесь какой-то бункер или что это? Сейчас приземлимся, посмотрим. А, мячик, ну то есть это тоже баскетбол какой-то. Ну сейчас вот если мы его загоним туда, то может быть мы выиграем и типа нам что не дадут. Давай попробуем. Во. А, ну да, типа это... Ну, то есть баскетбол... его нужно туда закинуть. А как? Каким образом? Нужно тачку какую-нибудь. Давай, не. Подавай, брат, я его сюда положу. А сейчас, слушай, а давай, короче, я сейчас самолет поставлю сюда, попытаюсь врезаться, все дури, вдруг он залетит туда. О, давай, кстати, да, скоростной вот этот самолет, попробуй в него врезаться просто. Может, он подлетит наверх и как бы это. Да-да-да, я ж так же думаю. Ну-ка, давай! Что случилось? Я все взорвал. Да, ты все взорвал, но только то, что надо, ты не сделал. Блин. Не, ну это, наверное, нереально. По крайней мере. Кстати, да, что-то непонятно, а как делать-то его? У нас слишком маленький скилл пока в этой игре. Его просто вот даже поднять тяжело. О, ну, надо какой-то отломал. Типа ковшик или кран, да. То есть мы потом обязательно сделаем и обязательно его поднимем каким-то образом. Вау, тачку понесло, куда ты едешь? А вообще, знаете что, у меня сейчас идея. Сейчас, подожди-ка. Во. Давай, братюня, сейчас готовься. Сейчас я с тобой, я с тобой. Есть, да, вперед, летим. По-моему, меня из-за тебя наклонило прям. Да в попец этот шарик, Ёши, я полетел вообще. В общем, ребятки, ну что я могу сказать? Глюк, ну классная же игрушка. Игрушка классная, ее надо изучать, ее нужно развивать, ее нужно что-то в ней еще придумывать и делать. Мы можем здесь просто офигенски оторваться здесь. Но это если вы поставите лайки, если вы напишите в комментиках, что типа давайте еще. Ребята, все многое зависит от разработчиков, но также многое зависит от нас. Поэтому, если мы будем помогать этой игре развиваться, они будут узнавать как можно больше народу, летсплейщиков, ютуберов. В общем, они будут ее снимать, и она будет набирать популярность. Тогда и разработчики будут, мотивация у них будет, чтобы ее развивать еще лучше, да? Все именно так, как ты сказал. Да. Ребятки, поэтому ставьте лайк под этот ролик, пишите ваши комменты. И всем до скорой встречи, и пока-пока. Угу. Всем бобра, друзьяшки.